Привет, YouTube, с вами Ваня, и мы продолжаем играть в Регроув. Так, ну в общем, за кадром, что я сделал за кадром? В общем, в прошлой серии мы вывели семена алмазов, также я вывел эмеральды, глоустоун, ляпис. Так, дальше. Дофига чего вывел, даже всего не помню. Сейчас посмотрим. Так, да, семена криперов и паучьи семена. Здесь у меня раньше рос хлопок, но, как оказалось, из хлопка можно делать только нитки и шерсть. Причем из трех хлопка можно делать одну нитку. Вот. А из трех эссенций пауков можно делать там, по-моему, 8 ниток. Плюс всякие паучьи штуки. Там паучьи глаза, там еще что-то. В общем, семена вот этого, вот эти вот паучьи семена, они заменяют хлопок, и при том даже круче. То есть я хлопок убрал нафиг. Здесь у меня растет паук. Так, и еще я сделал семена титана. Или это не титан? Ну ладно. Дальше там выясним. К сожалению, не помню точно, как, что там в итоге, какая руда получается. То есть это семена руды, рутайл. А вот что там из этой руды получается, то ли вольфрам, то ли титан, я, к сожалению, не помню. Ну ладно. В общем, семена я не успел до десяток прокачать. Да, решил все-таки сделать вот такой цветочек, Агрикарнейшн, который, тратя ману, немножко ускоряет рост растений. Ну, скажу я вам, не знаю, может быть, их нужно больше, но один цветок, так скажем, погода не делает. Не стоит тех усилий, затраченных на его производство. Вот. Но, тем не менее, хоть немножко, но ускоряет. Ладно. Чем мы займемся в этой серии? Естественно, выведением цветов мне заниматься уже надоело. Давайте займемся... Да, это титан. Давайте займемся выплавкой титана. Значит, нам первое, что нам нужно было сделать, это найти один кусочек вот этой руды в аду. Второй таск. Нужно получить магний. А магний мне дали за квест, поэтому... Точнее, не за квест, а за голосование. Поэтому у меня квест засчитался, но... У меня всего одна пылька, этого мало. Так, давайте, знаете, что сделаем? Во-первых, возьмем 8 стекла. Во-вторых, возьмем... золота и сделаем стек золотых труб. Отлично. Так, где у меня кактусы? Вот у меня кактусы. Это у нас будут водяные трубы. Собственно, почему бы и нет? Золото у нас навалом. Так, вот здесь я с какого-то перепуга решил сделать железные трубы. Они, конечно, хорошие, но каждую трубу нужно настраивать, в какую сторону она пропускает жидкость. То есть они пропускают только в одном направлении. Это не очень удобно. Так, отлично. Просто нам сейчас понадобится вода
в больших количествах. И поэтому, я думаю, пришло время немножко навести порядок в нашем хозяйстве. Так, отлично. Так, это у нас блоккастер. Еще один блоккастер. Если не ошибаюсь, нам понадобится вот эта вот штука. Тут сейчас нам придется долго и нудно искать по всем сундукам, где я чего распихал. Я ищу еще один вот такой вот котел. Или чан. То есть, когда сбросились квесты, мне пришлось сделать еще один. Вот, и сейчас он нам пригодится. А вот и он. Так, значит, чан у нас есть, отлично. Так, что нам еще понадобится? Нам понадобится... Кстати, а вот ингот кастер. Тут у нас все есть. Так что давайте этот ингот кастер уберем на место. Так. Следующий таск. Нам нужно получить слиток титана. Ну, на самом деле мы его можем просто взять и получить уже, но есть у меня чувство в одном темном месте, что титан нам понадобится больше, чем один слиток в дальнейшем. Так, и стек угля, отлично. Так, печку мы забрали. Как бы нам тут... Давайте вот так вот сделаем. Вот здесь вот у нас будет печка. Вот здесь вот у нас будет чан. И в чан мы будем заливать воду. Отлично. Так, закинем сюда стек угля. Блок угля. То есть пусть печка пока раскочегаривается. Ну и в принципе можно сразу настроить автовыплевывание расплавленного продукта. Плавить здесь мы будем лаймстоун, который делается, по-моему, из эссенции земли и воды. По-моему, он как-то даже вот так вот делается. Нет. Значит, все-таки он делается. Возможно, вот так вот. Да, лаймстоун. Ладно, воды не хватило. Есть у нас еще здесь? Нету. Ну, хочется хотя бы два стека. Давайте еще соберем эссенции воды. Немножко перестарался, но ничего страшного. Так. Ну, тут у нас, конечно, 800 градусов нужно. Это будет долго, я так чувствую. Пу-пу-пу-пу-пу. Ладно. Пока печка разогревается, ну, давайте... немножко расскажу, что здесь будет происходить. То есть вот эта штука расплавится. Здесь у нас получится жидкий квиклайм. Квиклайм — это оксид кальция.
ну, грубо говоря, негашенная известь. С кальций, О с чем-то там. Ну, короче, там кроме кальция и кислорода ничего нет. Дальше. Все это дело смешивается с водой. Ну, в воде вы тоже знаете. Водород, кислород, тоже больше ничего нет. И каким-то волшебным образом из этого получится порошок магния. Как вам такая алхимия? По-моему, прикольно. В общем, дальше потом нам из рутиловой руды мы будем получать... Кстати, у нас... Я там как раз, чтобы сделать эти семена, мне нужно было... Нужно было вот это вот нечистый титан, блок нечистого титана, чтобы сделать семена этой руды. Вот, собственно, я вот здесь и отливал. Чуть-чуть у меня не вошло. Давайте освободим смелтерем от него. И заодно посмотрим, годятся ли куда-нибудь вот эти вот. Так, все. Ну, здесь, скорее всего, визуальный глюк. Что здесь в бочке что-то осталось. Я думаю, что когда мы начнем что-то отливать другое, это все пропадет. Так, то есть мы можем из него делать блоки, наггетсы. Можем плавить. Собственно, все. То есть... Собственно, нам только в переплавку пойдет. Так. Теперь у нас... здесь нам еще долго ждать. Так. Возможно, нам стоит заняться... Так, ну вот этот вот геморройный таск, это я вам сразу говорю. Крафт вот этих вот лазеров, он через ботанию, через линзы. Там двухступенчатая руна. То есть сначала нужно будет сделать две руны, потом из них и третью руну, и только из нее же сделать какую-то линзу. И с помощью этой линзы можно будет сделать один вот этот вот лазер. Жесть. Так что нет. Давайте, наверное... То есть вот эти вот трубы мы частично уже делали до сброса квестов. И тогда мы застряли на том, что у нас не было алмазов и эмеральдов. И ляписа. Теперь это все у нас есть. И мы можем, наверное, этот квест... Так, ну вообще-то стекла мне понадобится много. Потому что труб всяческих тоже много надо будет делать. Так, давайте сделаем каменную трубу. И, по-моему, нужно еще кварцевую трубу. И у меня, возможно, даже с прошлого раза осталось пару блоков кварца. Так, вот есть пару блоков глины. Глиняную трубу нам понадобится делать. Если мне не изменяет память. Да, и есть два блока кварца. Отлично. Так, значит, делаем кварцевую трубу. А даже вот так вот. Отлично. Так, здесь золотую мы уже сделали. Сэндстоун. Сэндстоун, по-моему, если я его не выкинул, то где-то тоже должен быть. Так, сразу будем лишние трубы выкидывать. Интересно, а сможем мы вот из этого
красного песка сделать сэндстоун. Не можем. Печаль. Здесь у нас песка тоже не осталось. Так. Земля у нас есть. Земля, огонь. Да. Так, лаймстоун. Давайте так вот немножко сделаем. Возможно, в дальнейшем нам это пригодится. Так, что дальше? Железные трубы, глиняные трубы, обсидиановые трубы. Так, вот Void Transport Pipe, я не помню, как делается. По-моему, она делается из красителя. Так, что мы можем сделать пока? Мы можем пока сделать глиняную трубу. Железную трубу. Так, обсидиан. Обсидиановую трубу можем сделать. Так, теперь нужно смотреть, как делается Void Transport Pipe. Ага, редстоун, стекло и черный краситель. Черный краситель, по-моему, у меня весь вышел. Давайте возьмем на всякий случай. Потому что вот в этом сундучке у меня может быть готовый краситель. Да, есть. Давайте возьмем один. Лепестки положим на место. Так, редстоун у меня с собой нет. Так. Есть. Еще немножко труб. Так, дальше. Полосатая труба, алмазная и эмеральдовая. Да. Ох, нифига ж себе. Сурово она делается. Походу день молодежи или что-то в этом роде. На улице война. Так, а вот 8 кусков золота я взять не догадался. Блин, у меня есть 2 золотых шестеренки. Ну ладно, еще сделаем. Я хотел сделать филлер, но оказалось, что на этом сервере забанены ландмарки. То есть филлер бы я сделал, но воспользоваться бы им не смог. Такая вот печаль. Поэтому пришлось вот этот вот второй этаж строить руками. Как это не прискорбно. Ну это ладно. Это не страшно. Так. Кстати, вот эта труба прикольная. Возможно, ее даже можно будет приспособить под сбор урожая. Возможно. Так, мне нужны алмазы. Алмазов я еще, по-моему... Так, вот теперь надо искать, куда я скинул алмазную эссенцию. Чтобы сделать семена криперов, нужно было добыть сердце крипера. Так, вот она, эссенция алмазов. Чтобы добыть сердце крипера, мне пришлось сделать вот такой вот ритуальный ножик из мода Витчеря.
скажу я вам, не сильно он помогает. Долго я носился по фарм-миру в поисках криперов. И даже с этим ножом мне, не знаю, штук 50, наверное, этих криперов пришлось убить, прежде чем мне выпало одно это сердце. Ну, теперь из эссенции я могу делать сколько угодно. Так, и два эмеральда. Этих сердец крипера, если они мне в дальнейшем понадобятся для вечера, а скорее всего они мне понадобятся. Так, отлично. Здесь уже, наверное, даже складывать некуда. Так, а если отсортировать? Да, вот эту вот штуку, конечно, надо куда-то поставить. Так, а здесь у нас что? Вот это нам нафиг уже не нужно. Это тоже. И вот это. Ну, точнее, нужно. Наверное, я это сложу просто в другой сундук. Я думаю, пришло время немножко освободить инвентарь. Так, эссенция алмазов. Ладно, пусть здесь лежит. По-моему, это правильное место. Так, я еще эмеральдовую трубу не выложил. Так. Давайте посмотрим, как там дела у нашей печки. градусов. Так, ага, все. Так, нам дают золотую трубу. Так, эмеральдовая труба — это извлекающая труба, которая, по-моему, раунд-робин. Давайте посмотрим. Так. Да, раунд робин, причем экстракшн. То есть она извлекает последовательно из сундука, из каждого стека по одному айтему. Так, и... В общем, я думаю, что за этот квест мы возьмем алмазные трубы. Они нам более полезны могут быть. И отправим их в общую кучу. Так, отлично. Что нам? Лазуля, дайзуля, эмзуля. Так, лазуль, транспорт пайп. Ух ты, блок ляписа. Прикольно. Могло быть и хуже. По-моему, ляпис я уже сделал из эссенции. Вот только куда я его дел. Так, у нас здесь нет, у нас здесь два блока не наберется. Так, ну если честно, здесь... А, вот она, эссенция ляписа, значит я его не забирал. Как говорится, it's time. Лишнее за борт. Да, вот если там понадобится блок эмеральдов для следующей трубы. Так, дайзуля. Так, мне нужен еще блок ляписа и алмаз.
Так, алмазиков мало. Ну, я, правда, еще ни разу не собирал урожай. Так, и Эмзули. Понятно. Опять Эмеральд. Блин, как же мне не хватает МЕ-сети. Так, у нас тут нету нигде алмазов. Надо уже как-то организовать нормальное рабочее место. Так, только не говори мне, что ты... Так, нам дают Basic Gate и провода. Это хорошая награда. Но нам ее некуда сложить. Так, и здесь мы ее тоже никуда не сложим. Здесь у нас что? Блок кварца. Так, есть у нас здесь что-нибудь? Вот это вот здесь нафиг не нужно. Амбер пока сохраним. Так, сирит бриксы аж на целых 4 штуки. Так, давайте их, наверное, сложим сюда вот, где они у нас собственно и лежат. Так, 6 гейтов, это конечно хорошо. Это прям радует. Так, тем временем мы выполнили еще один квест. И он нам больше ничегошеньки не открыл. Это хорошо. Ну, вот этим мы уже заниматься, наверное, не будем. Если сейчас у нас этот квиклайм, ну, то бишь, негашенная известь. Да, еще... Печься и печься. Давайте сделаем коксовую печь. Так, что нам нужно? Нам нужен песок и серебрики. А сколько нам нужно? 26 штук. По-моему, это как раз сколько нужно. Так, лаймстоун. Песка нет, как обычно. Так, и огонь. Так, у меня здесь всякий мусор в инвентаре, который я собирался выкинуть. Уголь, золото, железо. Случайно сделал ливингвуд планки. Так, земля не нужна. Так, вот это пригодится еще. Так, ингот кастер. Вот знаете, он мне нафиг не понадобится. Что-то я вот об этом не подумал. Оплавить титан-то нам придется в смелтере. Хотя можно и в той печке, насколько я знаю. Но, по-моему, в смелтере будет удобнее. Так, теперь... Угу. Песок мы ведь забрали. Отлично. Теперь возьмем... Ну, даже не знаю, сколько-нибудь вот этих вот штучек. Так, и нам нужно 26.
Готово. Как хорошо, что я заранее нажарил эти кирпичей. Так, и... Ну, конечно. Нужно где-то эту печку поставить. Где бы нам ее поставить? Дилемма. Дилемма. Давайте вот здесь поставим. Главная проблема этой печки, что она производит дохренище криозота. Неизвестно, куда его девать. Возможно, пригодится Void, жидкостная труба. Ну, посмотрим. Возможно, нам и криозот для чего-то понадобится. Собственно, осталось дождаться пока... Так, а сколько? Ага, 16. Нет, это будет долго, ребята. Ладно, пусть работает. Нет, вот это делать мы уже не будем. Как тут у нас дела? Дела у нас здесь плохо. Так. Давайте возьмем магний. Возьмем один слиток нечестивого титана и закинем все это в смелтере. То есть, если я правильно понимаю, то вот эти вот два компонента, сплавившись, образуют чистый титан. Так нам необходимый. Да, всего один слиток нужен. За это нам дадут. Не особо что интересное. Так. Ну, магний, естественно, плавится быстрее. Один слиток. Титан будет плавиться долго. Такс. Нам бы хотя бы титан, что ли, получить. Ладно, давайте пока плавится. Пробежимся еще раз по квестам. Возможно, так, здесь у нас ничего не открылось. Ага. Да, кстати, сделал я вот эту штуку. Алхимический катализатор, который, ну... В частности, позволяет делать из кактусов слаймболы, что, в общем-то, прикольно. Так. Ага. Это большой сложный таск, где нужно будет построить портал в какой-то эльфийский мир. Так. Enchantment Table, Mana Pylon.
Crafting Task. Да, вот этот вторую часть по рунам я тоже завершил. Но вот эта вот часть, она намного печальнее. Даже думать об этом пока не хочется. Так, здесь ничего не открылось. Здесь мы, собственно, и были. Ждем Титана. Здесь. Да. После того, как я поимел в инвентаре какие-то предметы, появились еще вот эти два дополнительных квеста. То есть сделать драйвер-контроллер. То есть, я так понял, это штука, которая как бы является интерфейсом для близлежащих вот этих вот драйверов. То есть в нее можно пихать, и она там автоматически разместит вещи в стеллаже. То есть если где-нибудь я его здесь вот сбоку поставлю, ну, видимо, как-то так. Не знаю, мне это не нужно, поэтому просто сделал и забыл. Так, и здесь вот нужно было сделать Waypoint Compass. Не понял, что за штука. То есть по описанию довольно прикольный. То есть в него можно ввести координаты, и по идее он должен всегда на них показывать. Ну, где это происходит, я не понял. Так, и у нас готов Титан. То есть вот как-то так это все будет происходить. Так, здесь ничего нового. Нам здесь еще нужно 1, 2, 3, 4 семечка получить. Потом мы сможем сделать вот этот экстремальный Infusion Stone. Так, в рыбном квесте, кстати, у меня тоже прогресс. Рыба наконец-то одна сдохла, и я получил это яйцо. Ну, я его уже забрал. Кстати, тут у нас... Ага, сырая рыба. Не пригодится. Разве что только на корм. Да, вот оно, это яйцо. То есть... Ну, дальше для квеста нужно сделать еще одну штуку. То есть обложить яйцо вот этими вот хренями. То есть, я так понимаю, это инкубатор какой-то получится, в котором это... эти яйца будут вынашиваться, а потом из них можно будет выводить рыбу. Вот, в общем, этим я пока заниматься не хочу. Так, это у нас был... Нет. А, энкодинг. Так, здесь... Ничего нового, ничего мы не сделали. В Витчере, собственно, тоже вроде как ничего нового. Тоже можно, наверное, продолжить, но я думаю, что мы сначала все-таки технические квесты завершим. Так. На забриков у меня хоть жопой жуй. Мне их просто даже складывать некуда. Так. И ничего нового оно нам не открыло. Так-с. Значится. Ну, куда двигаться здесь дальше, понятно. Но это уже будет, наверное, в следующей серии. Давайте посмотрим, как тут у нас дела. 750. 825. Ладно, давайте уж нажму на паузу. Дождемся, пока появится Quicklime. И посмотрим, как получается магний. Так, ну что же, вроде как процесс у нас пошел. Так, что мы видим? Мы видим, что Quicklime прибывает.
но ничего с ним не происходит. И он забрал мою книжку. Так, ну смотрите, какой-то процесс пошел. Что-то там происходит. Ага, во. И вот так, таким образом мы получаем порошок магния. Процесс, я так понимаю, не быстрый. То есть, в принципе, наверное, надо было, наверное, чан поставить вот сюда, снизу поставить хоппер, а рядом сундучок. Да. Ну, наверное, так я и сделаю. И вот эта вот системка будет нам производить магний. Так, ну что же. Немножко мы по квестам продвинулись. Это уже хорошо. Как у нас, кстати, дела здесь? Мы всего лишь один коксовый уголь получили. То есть это будет долго. И немножко криозота. Так. Ладно, давайте, наверное, на этом мы на сегодня закончим. За кадром я, наверное, займусь самым неинтересным, как обычно. То есть прокачкой семян и получением оставшихся семян, которые у нас остались вот в этой линейке квестов. Вот этих вот Speed, Amber, Синий Бар. Ну, я так понимаю, это киноварь, наверное. Не знаю. Минерал, с которого получают ртуть. Так, и фрагментация. То есть вот это все, это таумкрафтовская фигня. Кроме вот этого. Это я так и не понял, что это. Что-то типа поушенов, что ли. Вот, то есть похоже, что где-то здесь еще будет и таумкрафтовская линейка квестов, которая меня немножко пугает. Потому что Таумкрафт — это дикое занудство. Ладно, посмотрим, что нас ждет впереди. А на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии.